Мастер-класс состоялся в рамках всероссийской акции «Тепло для героя», которая проходит в этом месяце во всех муниципалитетах. Организует ее партия «Единая Россия». В гуманитарной помощи, отправляемой военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО, особую важность представляют теплые вещи – носки, варежки, перчатки, другие предметы одежды, которые спасают от зимних холодов. Акция «Единой России» нацелена на обучение всех желающих умению вязать зимние вещи на спицах. Среди желающих овладеть навыками – молодогвардейцы. В своем юном возрасте они понимают, что изготовленные ими шерстяные изделия согреют нашим военнослужащим не только тело, но и душу. Наши ребята сейчас находятся в жестких условиях в рамках ведения специальной военной операции. И для них забота, для них тепло – это то, что сейчас необходимо. И, безусловно, когда они получают теплые вещи во всех смыслах, да, вещи, которые были изготовлены с душой, им становится легче. Андрей Цеходович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.